Всем привет, ребята, с вами Воля. В общем-то, сегодня мы поиграем в Block Strike. Игра еще не один, а с Кентом. Всем привет, ребята, Кент на проводе. Играем, ребята, 10 раундов и узнаем, кто же из нас сильнее. Да, в общем-то, у нас тут дуэлька. Классика, карта баз 2x2. Ты где Если там? что, ребята, внимание на счет не обращайте, то что 1-0. Ну это просто небольшая фора мне, потому что играю очень плохо в сравнении с Волли. Нормально. Фора, офигеть, фора. Играем, если что, до 10 раундов. Воли, ты готов? Да, я уже бегаю тут, Все, давай, смотрю, где там. погнали. А вот я вижу тебя. Да, ты что? Да, плохо ты играешь, ты своим галилом тут на всех. Может, мне Аугу взять? Ой, аугеры это вообще отдельная тема. Я знаю, что все на них бомбят. Хотя я не понимаю, почему. Его сейчас вроде пофиксили, Аук, немножко. Что-то там разброс похуже стал. Ну, Да, кстати, типа, тоже слышал. больше разбрасывает. Хотя все равно я пробовал, по-моему, один фиг. Так, ну все, погнали. А у тебя какое оружие? Что-то вообще изи. АК и Давай я Дивер. себе тоже сменю на АК, потому что потом будет писать, мол, Меняем. Кент АПК, плохой парень. Так, АК. Я вообще с Галилой не стрелял, я не знаю, на что он способен, Не, ну поэтому. Галил, кстати, классное оружие. Мне оно очень Вот ты его понравилось. взял, да? Потому что он классный. Ну, сейчас последний раунд с Галилом, и потом уже будет АК. Ах ты. Хитрый Кент. Отлично. У меня 47 хп осталось. Нормально. Так, ну что, вот сейчас будет все по-честному. Хочется скин, кстати, на АК. Ой, если не ошибаюсь, вулкан. Я, честно говоря, особо не Ага. разбираюсь. Как он выглядит? Ну, в бирюзовых цветах. Бирюзовый, ярко-зеленый, белый и красный. Всю перемешку. Ясно. Ой, попал, попал. Ой, больно! Отлично, у меня 29 хп. Эх, Воля, ты был мне как брат. Кстати, я с зажимом, получается, разброс такой жесткий был, но просто если в стороны летать, то неплохо получается. Я, например, очередями стреляю только на дальних расстояниях, хотя некоторые, знаю, и на ближних стреляют. Особенно если в голову, то неплохо. Но я не знаю, у меня почему-то не получается очередями. Отлично. Я не ожидал, что выйдешь, я думал, там, где ты еще бегаешь. Ну а я такой, я Да, я знаю, такой. твой скин, видел его, достаточно популярный. У меня вот Трекс тоже популярный. Все, у меня с бесплатного кейса выпал. Еще на левеле, наверное, втором-третьем. О, ну это хорошо. Что-то у нас какая-то вообще одинаковая тактика, все 100 время через хп, 100 коробу. хп, просто вот изи. Ну это только начало. Так, играем ровно Ну тогда как до начало? 11 Середина, раундов, считай. да? До 11 раундов 11? играем? Да, потому что первый раунд у нас уже был как разминка, мы его даже не записывали. Ну смотри, если как разминка, то получается у Ну. меня аж на одно очко больше получается, может быть. Так у меня ноль было. Ну, окей. Ну ты, наверное, понял, о чем я. Блин, у меня такой зажим Отлично. жесткий. Да, я видел. Я тоже немного так зажимал. 4-4, но так как фора была, то Да. получается, по сути, я выигрываю. Да, Воли На выигрывает. одно очко. Ну что, пора уже играть вовсю. Да? Зажимом вовсю. Ой-ой-ой, но это 100 уже, хп. слушай, я не ожидал. Да, я такой выбегаю, смотрю, передо мной прямо вот на прицеле. Да, бывает наоборот как раз таки. Я выбегу, и меня так сливают. Так, все, В я играю по принципе, на полной. фору, на реакцию. Так. 4-5. Было бы интересно в КС поиграть, кто бы кого затащил. Сколько у тебя хп? Неплохо, у меня 26 хп. Ты Ну был вот ты тоже так близок. сейчас я выбежал, ты на меня зажал, но я тоже на тебя немного так успел. Не, тут больше на реакции, кто первее, тот, считай, Да. затащил. То есть особого скилла тут, ну, тяжело увидеть. Тяжело его проявить. Тут чисто реакция. О, вот это Отлично, 100 поворот, хп. слушай, вот это поворот. Такой, Кирпич мне знаешь, в рот. типа. Типа такой этот. Блин, как-то здорово, типа такой вылез. Не знаю, как сказать, типа Дратути. кент, типа такой, да, Дратути. Это значит, это медведь из-за кустов. Типа, привет. Правда, он говорит там другие слова, ну ладно. Ну, эти слова не очень хорошие. Да. Черт. 6-6. Херово, херово. Ну ты Как-то по-прежнему жестяк. выигрываешь. Так что Ну все в да. порядке. Это получается, смотри. Если так подумать, я должен тебя долбивать до 10 очков, а ты меня до 11, верно? Раз уж было в начале очко Ну да, на твоей выходит стороне. так. Отлично, 29 хп.
Знаешь, что мне в этой игре прикалы? То, что когда стреляют, то получается, когда человек даже умирает, то здесь пули как-то медленновато летят. Бывает такое, что ты друг друга убиваешь. Вот в чем прикол. Mm-hmm. Может даже нища такая быть походу. Хотя, я не знаю, ни разу не было нищи на классике у меня. Если такая, да, мне, кстати, тоже это нравится, то, что ты можешь, грубо говоря, вот только что было, да-да-да. Ты убиваешь меня, я убиваю тебя, и у нас происходит какая-то вакханалия. 6-8. А, отлично, что-то у меня... А, ясно, потому что не за кем было следить, у меня воздух показало. Это я сейчас, получается, выигрываю, да? Я тебя первее не выиграю. Да, так ты меня вообще жестко нагибаешь, я прям не ожидал. Да ты что, вообще жесть. Блин, давай переснимем. В этом раунде я подумал, что ты меня нагнул первым, но смотрю, как раз победили, типа такой, нифига себе. Так, все, короче, мне как-то проигрывать нельзя. Так, все. Че там, грил взял или аук? Признавайся, или дробовик. Волю не хочешь переснять? Потому что я проиграл как-то, ну как-то неправильно. Ты еще не проиграл. Это хорошее начало. Так, все, играю по полной, все. Я разыгрался нормально, я уже втянулся в курс дела. Я просто, знаешь, дигл достал, думал тебя так унизить с дигла. Да не, можно не, сейчас ножа. Вот сейчас я буду унижать. Я точно проиграю. Там. Так, начинай крысить. Нифига ты себе пингуешь. Ты бы видел. Сколько хп у тебя? Так пинговал у меня. 400 пинг, чувак, ты специально, да, пинг себе там повысил? Ну так конечно, я же думаю, что последний раунд уже все. Ну получается уже все, типа я проиграл. Ну давай еще один раунд. Ну давай еще один раунд. Я не знаю точно, там просто с этим одним очком кипиш был, непонятно. То, кого должен убить, но... Зажимчик, но я выиграл, у меня 100 хп. Ну у тебя, наверное, какой-то АК-47 забагованный, да? Он, наверное, стреляет и отнимает хп вдвое больше, чем должен. У тебя оружие вообще улучшено или нет? Да, конечно, у меня на максимальный левел улучшено оружие. Серьезно? Ну, конечно. Вот именно АК и Галил у меня максимально. Лол, и ты меня не смог убить, потому что у меня АК только на один раз улучшен. На один раз? Подожди, а ну-ка, давай я сейчас проверю. Сейчас после этого раунда я проверю, кстати. Все, я как бы тебя победил. Ну все, давай. Не, подожди, давай еще типа один раунд, кто победит, тот и победит уже вот, вообще за все раунды. Ничего, что я тебя на один начал. Не, ну типа знаешь, у нас физрук в школе говорил, да типа давайте играем до последнего. Кто побеждает, тот побеждает. Значит, получается, я мог вообще отдыхать все эти катки. Ну получается, да. Сколько у тебя урон в голову с АК, не знаешь? Не проверял. Блин, ну там сильнее становится, когда улучшаешь оружие. Я не знаю, но я же выиграл тебя, чем мы дальше играем? Ты типа это, знаешь, не хочешь признавать свое поражение? Так нет, смотри, 11 минус 9 равно 2, а мы играли до 10. О, 10-11, нормально. Так все равно я уже выиграл. Боже, давай играй до 12, как тебе такой вариант? Что-то слишком, потому что что-то я расслабился, понимаешь? Типа почувствовал победу и все, я не хочу больше напрягаться, что-то мне впадло. Ого, так смотри, я только разыгрался. Ты увидишь, что у меня будет. Ты просто у меня телепортнулся. Типа я залагал жестко, да? Не, ну сейчас у меня нормальный пинг, соточка. Типа бывало и похуже. Чувак, мы договорились до 11 очков, уже наравне, при этом я тебя победил давно. Ну, подожди, давай так, короче, уважаемые наши и любимые подписчики, давайте вы решите, кто победил, а кто проиграл в этой великой и нелегкой битве. Конечно, нелегкая, и с пингом пацан 400, и пацан с пингом 70, да? Не, ну так, сейчас у меня ох, да куда ты там запрятался, слушай, это было, это было некрасиво. Я как бы вышел, тебя, посмотрел там, где ты, смотрю, ты уже бежишь, и ты меня даже не заметил? Да нет. Давай сейчас каточку на диглах. Давай каточку на диглах, и, наверное, уже будем заканчивать, да? Правда, не знаю, если даже я проиграю, то будет счет равный. Победила дружба. Ну так, конечно, в любом бы случае победила бы дружба. Ну, видишь, да, победила дружба. Я почти тебя убил, да. Да. Ну, в общем, почти. Ребята, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, ссылочки будут в описании. А что еще может сказать, Кент? Всем, ребята, хорошего настроения, всем, ребята, хороших тиммейтов. Надеюсь, в следующий раз я все-таки одержу победу. Кейсы. Да, да. Больше, кстати, баги не снимаю. Надеюсь, вы знаете почему. Если не знаете, то посмотрите мою страничку ВК.
Так что, не знаю, буду, наверное, где-то через неделю брать реванш у Воли, потому что как-то некрасиво получилось, я просто умер как полный нуб. А все-таки вы знаете, что Кента ПК на скилловый пачан, я только разыгрался просто, ну вы поняли, да? Так что через неделю буду брать реванш у Воли, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, ссылки есть в описании. Всем удачи и всем пока. Всем пока.